Всем привет, дорогие друзья, с вами Арман из Green Patrol. Наконец-то столицы отступили метели и воцарилась ясная погода. В связи с этим мы вышли с командой ребят, чтобы снять видеоролик, посвященный таким как раз билбордам, которые стоят сзади моей спины. У нас по столице расставлены в различных районах города подобные билборды, которые призывают к популяризации раздельного сбора ТБО. То есть, чтобы у нас для понятия в Астане поставлено больше 6000 контейнеров желтого цвета для таких отходов, как пластик, бумага, металл, стекло и мелкие электронно-бытовые приборы, которые идут в дальнейшем на переработку, на МПЗ, сортируются так и на вторичку. А в связи с этим мы специально снимаем данный подобный видеоролик, чтобы люди знали, то, что у нас что-то делается во благо зеленой, во благо экологии нашего прекрасного государства. На этом у меня все. С вами был Арман из Green Patrol. Сортируйте вместе с нами. Всем пока!